победителя награждается занявший первое место Бакулин Никита. 17 декабря в первой гимназии прошло торжественное награждение ребят, которые участвовали в конкурсе рисунков от транспортной прокуратуры. Тема серьезная – борьба с коррупцией. Одним из приоритетных направлений органов прокуратуры является осуществление надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции. 9 декабря отмечался Международный день противодействия коррупции, в связи с чем Приморской транспортной прокуратурой был объявлен и проведен конкурс среди учащихся образовательных учреждений города Владивостока «Мир против коррупции». Целью проведения данного мероприятия является воспитание в учениках общеобразовательных учреждений правильных устоев, ориентиров и правомерного поведения. Казалось бы, тема сложная, не по силам ученику 6 класса, но дети справились. Учителя не удивляются, говорят, что дети творческие и любят мыслить масштабно. Потому что на самом деле, как бы не говорили, что детям ничего не интересно, дети ничем не интересуются. Дети мыслят глобально, мыслят масштабно. И по конкурсу это все-таки видно, что их трогают не только детские темы, но и взрослые тоже. Наградили всех, и победителей, и участников. Сотрудники прокуратуры настаивают, все дети талантливы и достойны награды. Дети довольны, с удовольствием рассказывают о своих работах. Кому-то помогали родители, кто-то создавал рисунок сам. Я нарисовала на своем рисунке два мира, где все преступления, взятки и остальное. И добрый мир, где нет ни преступлений, ни воровства, ни взяток. Я придумала это, когда мы с мамой смотрели фильмы про ограбление и все такое. Мама помогала мама немного, вот, когда я не мог нарисовать нормально. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на восьмом.